Космолот, гартуймо перемогу! Пане Романе, є в нас дуже і дуже цікава інформація. Ми знаємо, що після 17 липня, як Росія вийшла з зернової угоди, не продовжила зернову угоду, вона почала дуже потужно обстрілювати Одеський порт і весь напрямок суден. І от стало відомо, є вже супутникові, не супутникові знімки, а інфографіка, так? Що в ніч з 30 на 30 липня три цивільні судна зуміли, наплювали на погрози росіян, що вони будуть бити і вважати це військовими суднами. І ці судна є ізраїльське, грецьке та турецько-грузинське. І вони пішли в гирло Дунаю, відповідно, вивозити українське зерно. Можна це вважати про те, що під впливом Туреччини чи кого, але бачимо, вони наплювали на погрози росіян і судна зайшли в акваторію Дунаю. Ну, если в качестве сарказма, так если там израильтяне первые шли, скорее всего, где-то взяли посудину за 3 копейки, которая шла на утилизацию, и зашли в Черное море, потому что наше правительство создало стабилизационный фонд и страховой фонд, вот, чтобы получить эти там несколько миллиардов гривен, зашли поискать какую-то мину. Израильтяне, они ж молодцы в этом смысле. Естественно, за собой потянули. Но это сарказм. Это сарказм, конечно. Такая ирония с издевкой. Молодцы. Если правильно, вот если грамотно с военной точки зрения, можно сказать, молодцы израильтяне. Не побоялись под израильским флагом, под прикрытием военного самолета. Еще и не сами, еще и подтянули еще 2 корабля. И наплевав конкретно на угрозы россиян, зашли, выполнили свою задачу. Они, понятно, не зашли за каким-то грузом, но это не важно. Важен сам факт. Сам факт вот такого действия. И после Израиля, я думаю, а это уже можно сказать, исправляется, может быть, и израильское правительство уже понимает и начинает занимать, в конце концов, правильную позицию. Именно позицию, не вставая на чьи-то там рельсы или кого-то поддерживая или не поддерживая, а именно показывая свою позицию, правильную позицию. Но нельзя в этом мире заставлять под действием силы рушить законы международные. Нельзя нарушать морское право. Потому вот израильтяне молодцы, выполнили боевую задачу, я бы даже так сказал. Это боевая задача уже. Зашли и выполняют уже дальше коммерческую задачу. Я думаю, за ними потянутся и остальные суда в таком же самом режиме. То есть узнают как и под гарантии, ну, с какой-то степени гарантии нашего правительства, гарантии тех военных самолетов, которые будут прикрывать, а может быть потом под гарантии и натовские, или тех стран, которые будут сопровождать эти трафики. Дальше начнет двигаться уже наша отгрузка нашей продукции. Вот пока это еще, допустим, Дунайские порты, но я думаю, это будет и дойдет и до Одессы. До речі, ми говорили з вами раніше, пан Роман, про нашу безпеку, і що німецька компанія Rheinmetall будуватиме завод в Україні, як мінімум один, і ще анонсує 2 заводи. І от стало відомо про домовленість Міністерства оборони з турецькою компанією Bayraktar, яка Bayraktar виробляє, що в Україні побудують сервісний центр з обслуговування Bayraktar'ів. Як ви вважаєте, це може реально посилити нашу оборону? И обслуживание Bayraktar'ов. Раз центр по обслуживанию, значит, на этой базе можно их и собирать. То есть крупноузловая сборка в любом центре обслуживания – это легко развить. Потому, я думаю, скорее всего, это такой первый пробный шаг. Шар для через обслуживание. В конце концов, на этом месте будет завод, еще один завод по сборке, крупноузловой сборке Bayraktar'ов уже на нашей территории.
Якщо згадувати вагнерівців в Білорусь, пане Романе, по-перше, Пригожин заявив, що більше не будуть набирати найманців вагнер, тоді яким чином вони хочуть навчатися, я не розумію логіки, і кажуть, що будуть збільшувати їх в Білорусі. Я правильно розумію, що вагнерівці повністю прикривають свою діяльність в Росії і розгортають її в Білорусі? І як ви вважаєте, чи слід в такому випадку очікувати нам якоїсь небезпеки з півночі? Ну, с севера у нас точно никакой проблемы не будет, недостаточное количество. Для того, чтобы создать украинскому войску проблему с севера, им надо больше 100 тысяч человек там собрать. Вот даже 120-тысячная группировка в районе Луганской области, вот мы о ней говорим, постоянное движение по линии фронта, они пытаются двигаться, так они же не двигаются. Где-то прошли, их отработали артиллерии, отходят обратно. Потому там несколько тысяч человек или даже плюс десятки тысяч белорусских войск с проблемой реальной нам не создадут по северу Украины. А вот проблему могут создать для белорусов, проблему могут создать для москвичей, потому что если вдруг Путин, который собирается в Турцию в ближайшее время, к Эрдогану, он там будет арестован согласно ордера Международного уголовного суда, то нужно будет быстро заполнить вакуум власти в Кремле. Это значит, схватят вагнеровцы, схватят Лукашенко и подтащат его садить на трон в Москве. То есть это там может быть проблема. Есть какие-то сейчас уже возникают трения на границе с Польшей, со странами Балтии, а это с участием вагнеров тоже может быть, так как там в основном это сотрудники главного разведуправления Генштаба Российской Федерации. То есть это диверсионно-разведывательные группы, которые могут выполнять в режиме провокации практически и в режиме провокации любые действия, ну и как в чистом виде ДРГ. Потому войску польскому нужно быть, конечно, под постоянным, держать это все под постоянным контролем и жестче отрабатывать некоторые соприкосновения, потому что понимаешь, что с той стороны, со стороны Беларуси участвуют военные преступники, которые убивали украинцев на территории Украины. Здесь, ну, им виднее, конечно, они там сами разберутся. Я думаю, там проблем, больших проблем не будет. А то, что у Вагнера, допустим, сейчас на данный момент там прикрыт сбор или набор, это говорит просто о том, что нет точек применения пока. В Африке там происходят некоторые моменты сейчас и в Нигере, и в нескольких еще республиках Заварушки, в которых также участвует ЧВК «Вагнер», но там уже и американцы есть, то есть там есть моменты, и французы, они же тоже на это смотреть не будут, как их из Нигера выдавливают. То есть там сейчас пойдет такое мощное противостояние к тем же вагнеровцам. Потому им пришлось сменить, так сказать, центр базирования из России, так как, чтобы по России не ударили санкционные еще и по Вагнеру. Они сместились в Беларусь. Беларусь вроде как для мира такая страна-прокладка, потому не жалко называется россиянам, так сказать, удары по Беларуси. Потому там Вагнер сейчас и находится.